Приветствую вас, друзья! Мы находимся на территории армянского храмового комплекса на Олимпийском проспекте в музее Тапан, что переводится с армянского как «Ковчег». Я приглашаю вас на наш ближайший концерт, который состоится в Белом зале этого музея и будет состоять из армянской музыки. Вы услышите один из красивейших циклов Романоса Меликяна «Изумруды» и два цикла, принадлежащих лидеру армянского авангарда, композитору нашему современнику, которому сегодня 84 года, Тиграну Мансуряну. Четыре «Айрена» из «Наобеда Кучака». «Айрен», кстати, это древняя форма армянского стихотворения. И три романса Федерико Гарсия Лорки. Собираемся все вместе на Ковчеге 3 ноября в 19:00. До встречи! Кстати, друзья, имейте в виду, когда будете бродить по музею, что здесь представлены не только картины современных и не очень современных армянских художников, и не только древние артефакты представлены, но и висит очень интересная коллекция из 40 гравюр, воспроизведенных по ватиканским фрескам Рафаэля Санти.